Ответы на вопросы. Кстати, мы сделали специально форму ответов на вопросы на сайте, то есть именно под этот раздел. Поэтому если у вас есть вопросы, задавайте прямо туда. Это нам поможет лучше это все дело структурировать. Плюс там же, в этом же разделе, мы отвечаем, и там все это хорошо, удобно отсортировано. Типа того. В общем, читаем вопрос уже с сайта. Добрый день. Я прохожу стажировку в компании уже 3 месяца. Пишу учебный проект. Из-за того, что совмещаю с учебой, моя стажировка сильно затянулась. По идее, она должна была закончиться за 2 недели. На работу прихожу на 3 часа в день, 4 раза в неделю. Из-за учебы такой график. Работа нравится, современные стек-технологии, плюс интересные люди и знакомства. За эти 3 месяца очень сильно подтянул свои скиллы. Стоит ли мне бросать это дело и учиться дальше спокойно, или остаться на месте? Вообще, ко мне приходит достаточно много вопросов. Что мне делать, как мне быть, история жизни, и вот потом такие вопросы. А какой же мне выбор сделать? Давайте проясним пару моментов. Первый. Я не буду делать выбор за вас. Это вот, ну, просто априори. Я не буду вам сейчас или в будущем с экрана монитора говорить, что вы должны сделать вот так. Всегда решение в вашей жизни принимаете вы. Если вы хотите, чтобы какой-то дядя из интернета за вас его принял и, соответственно, возложил на свои плечи ответственность за это решение, потому что потом можно сказать, ну он же мне сказал сделать так, я сделал, значит, он говно мне посоветовал не то. Правильно? Такого здесь не будет. То есть вы ошиблись с человеком, каналом или еще чем-то. Но я понимаю, что такие ситуации происходят, и я понимаю, что у вас в голове происходит некоторая неразбериха. Иначе бы вы, наверное, не задавали такие вопросы. Я со своей стороны постараюсь вам, скажем так, помочь принять решение. Назовем это так. Я выскажу свои мысли на эту тему, а вы, соответственно, их примете или не примете, и сделаете свое собственное решение на основании выводов, которые ваши собственные. У кого-то они, кстати, могут быть другими, поэтому все индивидуально. Итак, вернемся к вопросу и к ситуации. То есть, если мы берем то, что я только что сказал, за основу, да, и я не буду принимать решение за вас, соответственно, вопрос, стоит ли мне, он отпадает в принципе. Но если мы будем говорить о том, что лучше, учиться дальше спокойно, да, и не отрываться на работу, или остаться на текущем месте, вопрос, а что именно побудило вас стоять перед этим выбором? Ну, то есть, смотрите, проблема-то в чем? Всегда нужно с этого начинать. Вы стоите перед этой дилеммой, потому что вы не успеваете учиться? Или вам не нравится текущая работа? Потому что в данном случае оно непонятно как-то написано. Да? То есть, смотрите, написано, что работа хорошая, мне нравится, все круто, современный стек технологий. Стоит ли мне там оставаться? Чувак, а что происходит? А чем тебе не нравится? Тебя же пока не выперли. Что странно, кстати, учитывая, что по 3 часа в день, 4 раза в неделю, как бы непонятно, зачем ты в этой компании, ну, наверное, их не напрягает, окей. То есть, почему ты решил вдруг, что нужно уйти? Что этому, что способствовало этой дилемме? Или имелось в виду, что стоит ли мне бросить это дело, имеется в виду институт? Но я предполагаю, что нет, потому что там написано так, стоит ли мне бросить это дело и учиться дальше спокойно? Или остаться на месте? Ну, то есть... Это шутка, конечно же, с моей стороны, но в каждой шутке есть доля шутки. Итак, возвращаясь к вопросу. Первое, в чем проблема? Второе, если проблема в том, что тебе не хочется вообще тратить время, потому что, ну, как бы это не так интенсивно, как могло бы быть, выбор, опять же, за тобой. Это твоя ответственность. Это ты по 3 часа в день тратишь. Мог бы больше, наверное, если бы сильно хотел. Как-то договориться, выкрутиться. То есть, насколько это тебе важно? То есть, в чем проблема и насколько тебе важно? А и в-третьих, что тебе важно-то вообще? Ты чего хочешь получить? Это 3 фундаментальных вопроса, на которые тебе нужно ответить. Давай на ты, ладно, уже без обид. А то некоторые там обижаются, что я их не на вы называю. Могу на вы, мне без разницы. Так вот, 3 фундаментальных вопроса, на которые тебе нужно ответить. В чем проблема? Если это проблема в текущей работе, что тебя именно там не устраивает? И третье, что именно тебе важно? Отвечай на них
И я думаю, эта дилемма разрешится. Ну или появится другая, более точная и конкретная. Тогда welcome в наш раздел «Ответы на вопросов». Постараюсь помочь. На сегодня все, друзья. Пока.